спасибо вам за такой прием. Это очень важно для людей, которые через полгода сразу профессионально будет написано, что они профессиональные актеры. Да? И ваша поддержка для них чрезвычайно важна. Потому что ваша энергия передается этой энергией, и тогда вы непобедимы. Мне очень нравится то, что вот сейчас уже многие посмотрели, у нас очень много дипломных спектаклей, будет еще больше. И уже было высказано такое мнение, даже на кафедре, вы знаете, у вас уже театр, по сути дела. Но по репертуару, пока у нас четвертый курс под руководством народного артиста России Ивана Валерьевича Агапова. И, конечно, бы хотелось, чтобы эти замечательные, потому что то, что они делают, это, ну, это и есть театр. Да? Я признаю театр актера. Я так, для меня режиссерского театра как такового, который сейчас очень распространен, говорят, этот режиссер, ну, слышите, да, этот режиссер, а про актеров говорят, когда они только снимаются в каком-то кино. А в театре, да, вот они где-то снимутся, а потом они вот становятся известными. А раньше ведь не было такого, правильно, да? Сначала в театре люди завоевывали свои имена, а потом их снимали в кино. И вы очень нам нужны. Вот 7 ноября. Что 7 ноября вообще? Какое событие? Да. Был такой праздник. Великое Октябрьское. Сейчас по известным причинам его отменили, да? Но будет. А у нас будет праздник. Все равно 7 ноября мы играем в ЦДРИ, в Центральном доме работников искусств. Это на Кузнецком мосту, в одной минуте от метро Кузнецкий мост. В одной минуте, да? 7 часов. Так что мы ждем ваших друзей, если действительно понравился спектакль, ваших друзей, знакомых 7 ноября. Более того, так как вот сейчас мы живем в век не только лжи, да, тотальный, просто тотальный, который на нас обрушивается с утра до вечера, к сожалению. Не только у нас, а и во всем мире. Так вот устроено, потому что мы, большинство из нас только средства, а цели у... Об этом и мы попытались вам рассказать, а вовсе не просто вас насмешить, если вы, конечно, поняли, не это была наша цель. Вот, к чему это я? Опять к деньгам. 7 ноября. 7 ноября в ЦДРИ. Значит, по билетам, которые будут очень дороги, конечно, для нас, но для пенсионеров вполне это, потому что 100 рублей билет стоит, да? А если кто-то сейчас хочет купить билеты, у нас, так сказать, ЦДРИ, мы их арендуем, они нам выдали билеты, а говорят, распространяйте, как хотите. Вот у нас Софья Фильковская здесь? Да. Да, да. Вот, Софья, поднимись, пожалуйста. Она здесь, она у нас. А, значит, кто сидит в зале? А билеты у меня. Она пишет. Билеты у меня. А, билет. По 100 рублей. По 100 рублей. А если не будут брать, мы отключим тоже. Да, так вот, если хотите, вчера, кстати, я с этим номером уже выступал. Между прочим, ну с другим текстом чуть-чуть, мы наторговали на приличную сумму, между прочим, я вообще не ожидал. И если вы нас поддержите в этом смысле, то есть и придут ваши знакомые, мы будем просто счастливы. Людмила Владимировна, вот живой пример, люди два раза посмотрели и друзей приведут 7 числа, 6 билетов проданы в антракте. Прошу вас, приходите на наши дипломные спектакли. Я их видел,
они мне очень нравятся. Вот правда, Ромео и Джульетта в постановке Агапова просто прекрасная. Метранпаж в постановке Екатерины Владимировны Петровой шедевр. И остальные. Юлия Сергеевна Лобанова. А? О любви не только. О любви не только. Детектор лжи. Да, трава желания и так далее. Так, хорошо. Ну, давайте будем. Когда-то был театр домом, да? Театр семьей. Давайте попробуем вот как-то вот так вот что-то такое в отдельно взятом институте, на отдельно это попробуем вот как-то соединиться со зрителем. У нас, между прочим, была такая, я после каждых дипломных спектаклей наших, я беседовал по поводу того, что увидели. Это было, может быть, очень важно и для ребят, и для зрителей, и для нас. Ну, давайте дружить темами, короче говоря.